В общем-то, мы сегодня с ребятами разговаривали на собрании, что проиграли подряд 5 игр. Конечно, для нас это очень много, поэтому настраивали сегодня команду на победу. В общем-то, мы ее добились, у меня все. То, что касается нас, было сложное турне у нас европейское. Выхлестнули очень много эмоций, и сегодня это первое, что не хватило, это эмоции и заряженности на борьбу, поэтому совершили ошибки, пропустили голы, потом, как обычно, пытались спасти, но уже не хватило времени дальше. Алексей Николаевич, что с Дыбленко? Да, он уехал в больницу, но что с ним, мы еще пока не знаем. Чемпионат.ком – один из ведущих спортивных интернет-порталов страны. Эксклюзивные видео и фотогалереи, новости, интервью, результаты матчей. Нет времени объяснять. Заходи на чемпионат.ком.